Новинка 2018 года. Дыня. Сорт Алачатская. Этот сорт назван в честь города Алачати, который находится в Турции. Турция вообще известна тем, что у них очень много растет, и они производят очень много дынь. Этот сорт турецкий. Я впервые его выращивал в этом году. Посмотрите на ее кожуру. Она светло-желтого цвета. В темно-зеленых пятнах, полосах. Весом где-то до килограмма. Мякоть белая, сочная, ароматная. Очень плотная мякоть. Она может хорошо храниться благодаря своей плотной мякоти. Сегодня 3 августа. Вот созрели первые плоды. Семена высеяны прямо в открытый грунт. 2 мая, 3 августа мы уже кушаем эту дыню. Вот такая вот. Хорошо утоляет жажду. Сбалансированный вкус, не сильно сладкая. Для тех, кто не любит суперсладкие дыни, как канталупы, они очень сладкие, чересчур. Эту дыню можно скушать и очень много, потому что она сбалансирована, не сильно сладкая. Вот такая. Ну, хоть она и небольшая, кажется, но она очень тяжелая. Как видите, места под семян мало, пустоты нет. Идет одна мякоть, внутри только немного семян. Поэтому она очень тяжелая. Вот этот плод помещается в мою руку. Ну, весов сейчас под рукой нет, но где-то около килограммчика этой дыни есть. Очень интересная, мне понравилась. Ничем она не болеет, выдерживает жару. Сажайте и вы такой сорт. Всем очень рекомендую.